Назарларыңызға үкімет жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының шешімі бойынша Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобалары ұсынылып отыр. Заң жобалары мемлекет басшысының зейнетақы жүйесін жаңғырту және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру жөніндегі тапсырмаларына сәйкес әзірленді. Межведомственная рабочая группа при правительстве Республики Казахстан по модернизации пенсионной системы в дополнение к созданию единого накопительного пенсионного фонда, который ранее был одобрен и инициирован правительством, в дополнение к законопроектам предлагается следующее изменение. Это вопрос унификации пенсионного возраста и второе – введение обязательного профессионального пенсионного обеспечения. Сергей, разрешите не останавливаться на вопросах единого накопительного пенсионного фонда, поскольку детально он был рассмотрен уже на заседании правительства. Что касается унификации пенсионного возраста. В связи со сворачиванием солидарной системы, все большая роль в пенсионном обеспечении граждан отводится накопительной пенсионной системе. Сегодня из общего числа индивидуальных пенсионных счетов на долю женщин приходится 3,8 миллионов или 45%. Средние размеры пенсионных накоплений женщин ниже на 25%, чем у мужчин. Отставание размеров пенсионных накоплений женщин связано с двумя причинами. Относительно меньший стаж участия в накопительной пенсионной системе и наряду с относительно меньшим стажем участия гендерные различия в оплате труда. Последние 5 лет размер среднемесячной заработной платы женщин по экономике составлял 2/3 от среднемесячной заработной платы мужчин. Выравнивая пенсионный возраст женщин, мы увеличиваем возможности получения большего размера пенсии. Реализация данного предложения предполагается осуществить поэтапно в течение 10 лет, ежегодно увеличивая возраст выхода на пенсию на 6 месяцев, начиная с 2014 года. Что касается проблем пенсионного обеспечения лиц, занятых в тяжелых, вредных условиях труда, действующим законодательством реализовано через добровольные профессиональные пенсионные отчисления работодателей. По состоянию на сегодняшний день добровольные профессиональные пенсионные взносы уплачиваются более чем 4 тысячам человек, при этом численность таких работников составляет 346 тысяч человек. Таким образом, добровольная накопительная пенсионная система не получила развития и, соответственно, не компенсирует риски, связанные с занятостью в особых условиях труда. В этой связи предлагается дополнительно к обязательным пенсионным взносам работника ввести обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от фонда оплаты труда. Перечень видов производства и список таких профессий будет утверждаться правительством и периодически пересматриваться. В результате предлагаемого преобразования не увеличится нагрузка на работодателя, так как отчисляемая сумма в профессиональную пенсионную систему будет отнесена на вычеты при осуществлении налоговых платежей. Считаем, что изменения будут стимулировать заинтересованность работодателей в улучшении условий труда на производстве. Что касается сопутствующего проекта закона, он предусматривает изменения в некоторые законодательные акты. Жалпы 10 кодекспен 26 заңға өзгерісі енгізіледі. Ұсынылып отқан заңнама жобалары барлық мүдделі мемлекеттік және жеке мекемелермен келісілген. Қолдауларыңызды сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.